Новогодняя сказка, как мило, снятая израильским режиссером, прелесть. Это настоящее ханукальное чудо. Кто в это поверит вообще? Да я сама офигел. Ес Радуга представляет. Все-таки Новый год, семейный праздник. Даниил Спиваковский, Мария Порошина и Нона Гришаева. В премьере комедийного сериала Феликса Герчикова. Это что? Празднуем. Новогодний переполох. Скоро на канале Ес Радуга и на ЕС ВОД. Спасибо за внимание.